Да, знаешь, когда реально уже никому не надо отвечать, вот тогда можешь отвечать, чтобы никому не приставали, типа, ну, там какой-нибудь Соколовский не спрашивает. Отвечай, пожалуйста. Нет, они все молчат. Когда ты такой, может, я отвечу, у меня 3 балла, а у тебя 103. Можно мне? Нет. Надо было раньше, думаю. Есть? Знаешь, типа, на заборе, что ли, написано? А потом... Я ему начал объяснять, говорю, вот, заходите и смотрите, кто в сети. А потом, после этой пары, он спросил только 3 человек, кто есть, кто нет. Давид, меня и тебя, по-моему. Коковкина, по-моему. Да, и Коковкина, да. Других он не спрашивал, он автоматически ставит себя. Вот и пожалуйста. Если с ним проблем будут, я... Можно заходить сказать. Знаете, типа, все трансляции записаны, почему? Угу. Но он что-то в последнее время у него это не идет немного. У него жопу придумал. Странно, потомки 4 ультракилла сделал за игру. А где вообще, где эти стебы, побойка? А еще что тебе сказать, где? Там в темах побойка написано виды компьютерных преступлений. Виллы компьютерных преступлений. Я, кстати, да, я тоже это видел, это забавно. Обезьяне даже не может без ошибки написать. Ну о чем тут говорить? А ты знаешь, Слыкрюк, а ты реально сделал презентацию про виллы, короче, знаешь? Да, да, он офигел. А он скажет, хорошо, есть вопросы у кого? Следующий, он даже не заметит же. Не, реально, сделай про виллы презентацию, мне кажется, это уморительно будет. Можешь мне просто нагло, типа, взять эту, ну, любую тему, узнать, например, какая у Тани Портнягина, и переделать. Какая у нас больше не Портнягин? Оля, я больше не Портнягин. Если твой муж приходит, я его тоже в треугольник скручу. Всех скручу. Двойка, всех скручу. Я в кимоно приду, я готов. Всех водить больше в гольник. Метр великий, ты это такой? Джиу-джитсер. Фагор? Во что? Если что, вы решите, куда еще я готов. Не знаю. Видимо, Игорь хочет купить место, ну, на подмену защиты. По Миконове, видимо, хочется. Мне кажется, мало клубов будет продавать, когда трансферная сможет закончиться. Думаю, с пацанами пойдем гулять. Ты пойдешь не гулять еще? По времени посмотрим. Алло. Может да, скорее всего пойду. Ты что? Тарк, не, я с Танькой сегодня еще 30 летел. Ко мне прийти ладно. Ну давай, короче. Ну погнали. А зачем вы через Воскресенск ехали так же дольше? Там дорога на Воскресенск. А, слышь, Таня сказала... Ты можешь взять инициативный доклад по любой теме, типа. Говорил. Опять не делаю. Блин, дежавю, помнишь? Нет, да ведь я уже... Прям в сайде. Флешка есть, уж сразу что покажи, там я могу кинуть. Да как это работает? Почему его никто не цепляет? Просто. Ну я говорю, вот этот чел Гекво, он будет всю игру. Ну ему абсолютно все. Я казашки писал, помнишь, когда? А, да. Примит вам будет, парни. Ему один был. Чё он? Да шалава. Да типа... не, вообще, опять луз. Похоже на то. Ну вообще четвером, если чё, пацаны. Я знаю. Пиво, чипсики, сухарики играют в дом. Слабая просто. Не качал. Диман жало просто стреляет.
кем-то люди закупаются, при том, что... Где? 90 дал. В КС-ке, блядь, ему вак не прилетел. Да я тоже встречал, у которого больше 8000 за КС-ке. Только нрак. Он всегда в школу уходил, комп включенный оставил. Оставлял. И говорил, что типа уровень твой показывает не твой ранг, а...